В Саранске прошло торжественное собрание, посвященное 25-летию создания территориального антимонопольного органа в Мордовии. Также на мероприятии были подведены итоги республиканского конкурса «Социальная реклама за честную конкуренцию». И подробнее Евгений Волков. На празднование юбилея территориального антимонопольного органа в Мордовии пригласили ветеранов структуры. Люди, которые 25 лет назад стояли у истоков создания территориального управления, делились откровенными воспоминаниями. Василий Исаев стал первым региональным руководителем антимонопольной службы, даже не зная, что ему предстоит делать. Я пришел в офис помощнику, мне дали ксерокопии, а этот закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках я первый раз видел. Я прочитал, посмотрел, что-то для меня вроде похожее, нужное. Я сам инженер, закончил электрические машиноаппараты, университет. Мне подходит по инженерному делу вроде так. Ну, мне понравилось. Затем территориальное управление возглавила Юлия Юдина. К тому времени были выпущены сотни подзаконных актов, касающихся рекламы и коммерческой деятельности. Было трудно организовывать работу, было трудно и коллегам, но коллектив профессиональный, молодой, с энтузиазмом. Коллектив с огромным потенциалом. Я уверена, что и у коллектива в целом, и у каждого из сотрудников, работающих на сегодняшний день в Мордовском УФАС, большое будущее. На торжественном собрании лучшим сотрудникам были вручены ведомственные награды – медали Федеральной антимонопольной службы. 25 лет – это целая жизнь. Работа антимонопольного органа на протяжении всех этих лет была непростой. Потому что основная цель антимонопольного законодательства – это строительство общества равных возможностей. А это очень и очень непросто. Но мы здесь, в нашем регионе, действуем так, чтобы и предприниматели, а также органы государственной власти и местного самоуправления неукоснительно соблюдали требования действующего законодательства. Также на мероприятии были подведены итоги республиканского конкурса «Социальной рекламы за честную конкуренцию». Сотрудник нашей телекомпании Павел Поляков стал лауреатом в номинации «Четверть века на страже конкуренции». Евгений Волков, Андрей Просверкин. Наши новости.